Компания «Ростелеком» предлагает тюменцам путешествовать во времени и управлять эфиром. Пользователям цифрового интерактивного телевидения теперь можно смотреть программы в любое удобное для абонента время. Эти и другие возможности новых технологий в нашем следующем материале. Чтобы смотреть любимые кинокартины и сериалы, Азату и его семье не обязательно идти в кино. Все новинки, а также более 3000 фильмов доступны в видеопрокате цифрового интерактивного ТВ «Ростелекома», в том числе в HD-качестве. Для нас важно было большое количество каналов, поэтому мы решили подключить интерактивное телевидение. Теперь каждый из нас сможет смотреть те программы, которые нам нравятся. Вот. Еще большой плюс в том, что можно перематывать каналы, ставить на паузу. Коллекции фильмов постоянно обновляются, поэтому даже самый взыскательный зритель найдет что-то для себя. От последних блокбастеров до нестареющей классики. С помощью пульта можно управлять умным телевидением. Что дает зрителю интерактивное телевидение Ростелекома? Конечно же, это уникальный телевизионный и видеоконтент. Плюс возможность управлять эфиром. Например, можно зайти в архив и посмотреть фильм, который шел вчера или позавчера. Больше 200 тематических каналов, а также мультфильмы, познавательные и обучающие программы. И все это в отличном качестве. Ростелеком использует одну из самых перспективных технологий – проведение оптической линии связи в квартиру абонента. Это гарантирует качество передаваемой картинки и звука. Елена Старожук, Антон Пригорницкий, «Тюменское время».